Здравствуйте, я рада приветствовать вас у себя на канале. И сегодня я хочу вам рассказать о своих покупках за февраль месяц. Я сразу извиняюсь за свой голос, я что-то совсем охрипла, но очень хочется вам рассказать, поэтому давайте начнем. Первое, что я приобрела, это была вот такая маска L'Oréal Elsev Роскошь 6 масел. Здесь 300 мл, пахнет она очень приятно. Прям очень. Она такая вот густая-густая, совсем густая. И она мне не подошла, потому что она очень сильно утяжеляет волосы. Хотя здесь и написано без утяжеления волос. Но нет, это не так. По крайней мере, на моих волосах. И после нее у меня волосы очень быстро становятся жирными. Поэтому нет. Дам попробовать маме, может быть, ей подойдет. Дальше, что я хочу вам показать, это два вот таких крема. От Biocon 45+, и 60+. Это дневной уход. И что мне в них понравилось, это их не состав. Это я купила как дополнение к подаркам на 8 марта моим родственникам. Хороший состав. И плюс здесь еще идет защита от ультрафиолетовых лучей. Поэтому я думаю, что им эти крема также понравятся. И будут пользоваться. Следующее, это вот такой вот гель для умывания, лайм и алоэ от Fresh Juice. Пахнет оно лаймом, мохито, чем таким даже ментоловым. Приятный очень запах, такой освежающий. Как работает, не знаю, еще не пробовала, попробую, обязательно вам расскажу. Следующее, это всем известное невеевское масло для губ. У меня сочная малина. Очень вкусно пахнет, хочется скушать. Вот такое вот оно розовенькое. Я уже, видите, начала им пользоваться. Я наношу его на ночь. Мне нравится, как оно увлажняет, как оно питает губы. Такой легкий розовый оттенок и эффект влажных губ дает. Мне понравилось. Следующее я приобрела вот такую туалетную водичку мужу от Oriflame. Такой очень легкий запах, свежий такой, мне понравился. Следующее, это был такой вот гель от Kalos для сухих кончиков, которые секутся. Вот такой вот он, гелевый такой вот. И он хорошо работает, мне понравилось. Эффект я увидела после первого применения. Он хорошо склеивает кончики, не все, конечно. Но неплохо, очень неплохо. Дальше это было вот такое вот всем известное лореалевское масло Elsev. Экстраординарное, 6 масел редких цветов. И я им очень довольна, девочки. Оно стоит, ну, каждой своей копеечки, до последней. Оно очень экономно расходуется. Здесь 100 мл, и смотрите, сколько у меня его. Вообще, да, то есть полная баночка с тем, что я уже пользуюсь не первую неделю, его нужно совсем чуть-чуть, и после него волосы такие шелковистые, гладкие, такие струящиеся. Очень он мне понравился, я в него влюбилась, давно хотела его попробовать, вот, наконец-то я его нашла, потому что не могла долго его найти. И пока я его искала, я приобрела вот такой вот спрей Сьос, это больше есть как термозащита. На данный момент я его так и использую. И, в принципе, он неплохой. Здесь 150 мл. Защищает волосики во время укладки. Тоже неплохой, мне понравился. Дальше, это тоже моя любовь. Art Visage XXL. Это тушь, я думаю, всем известная. Это белорусская тушь. Здесь вот такая вот силиконовая кисточка. Не знаю, вам видно, наверное, не видно. Я думаю, что много кто ее знает уже тоже. Очень классная тушь, пользуюсь ей давно. Это не первая моя упаковочка. Минусов я в ней не нашла. Она хорошо удлиняет, хорошо разделяет реснички, хорошо их прокрашивает, не осыпается, хорошо смывается. В общем, одни плюсы, девочки. Минусов я в ней не нашла. Дальше, это был тоже мой любимчик, это вот такой вот
бальзам для губ The One от Oriflame. Первый мне подарила мама, он сейчас уже заканчивается. И вот я себе приобрела второй. У меня он бесцветный. Вот столько вот его. Он, конечно, быстро заканчивается, но он очень хорошо ухаживает за губами. Я с ним проходила всю зиму. Ни разу губы не обветрились, не шелушились, не трескались. Чувствовали себя просто шикарно. Он, конечно, подорожал сейчас в Oriflame, но советую вам к нему присмотреться. Здесь еще идет SPF защита. Не буду врать, сколько, не помню. Но она здесь есть, и мне он очень нравится. Дальше я приобрела вот такой вот дезодорант Rexona. И мне он не понравился, потому что через некоторое время на моей коже он дает очень странный запах. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому нет, и будем искать что-то другое. Следующее я приобрела вот такой вот Fresh Gel от Biocon. Здесь такой ролик. Три ролика, как бы. Да. И здесь его 15 мл, достаточно маленький такой тюбик. И заявлено, что он должен уменьшать темные круги под глазами, плюс такой делать массаж. Ну, ничего не могу сказать, пробовала его всего один раз, поэтому попользуюсь дольше, потом вам обязательно расскажу. Так, следующее, что я приобрела, это был вот такой вот шампунь Клея против перхоти. Здесь еще написано против выпадения волос, но мы его используем против перхоти, вернее, мой муж. Потому что на данный момент это единственный шампунь, который не вызывает у него перхоть. Здесь 400 мл, они бывают меньше, баночки, да. Он не очень дешевый, но пока что ничего другого мы мужу не подобрали, поэтому пользуемся этим. Так, дальше, это у меня вот такой вот шампунь, это уже мой шампунь, чистая линия. Фитотерапия для волос, склонных к жирности возле корней и сухих на кончиках. Девочки, он мне нравится. Он достаточно бюджетный, как, в принципе, и вся линейка чистой линии, да? Вот. Я пробовала разные шампуни, дорогие, профессиональные. На данный момент остановилась на этом. Мне нравится цена плюс качество, да, сочетание. После него волосы очень долго остаются свежими, чистыми такими вот. Мне он нравится. Пока что пользуюсь им. Дальше, что я купила, это был такой вот гель для душа Nivea, моменты гармонии, я думаю, тоже много кто его знает. На данный момент у меня уже заканчивается тоже Nivea-ский, только абрикос с молоком, и он мне очень нравится, там очень вкусный запах, и такой запах вот из детства, и я не могу понять, с чем он у меня ассоциируется, но вот именно какой-то вот запах детства. Ну, к сожалению, пока такого не нашла, поэтому купила вот такой вот. Это с миндальным молочком и ароматом лепестков белой розы. Тоже очень приятно пахнет, но буду искать тот. Так, и, наверное, еще вот такой вот покажу вам. Сьос. Это мусс для укладки. Экстра сильная фиксация, эффект ламинирования. Что хочу сказать, что он не склеивает волосы. Да, он хорошо фиксирует, насколько я смогла это понять, потому что у меня волосы тяжелые, и чем бы я их не фиксировала, сколько бы я них не выливала бы средств, лаков, пенок и тому подобное, моя прическа держится час-два, и все. У меня очень тяжелые волосы, но я думаю, что у кого не такие тяжелые, он проявится гораздо лучше. Но даже на моих волосах он проявил себя хорошо. И, наверное, последнее, что я вам хочу показать, это вот такие вот ватные диски, да, самые обычные, Lady Cotton, 120 штук, 20 якобы в подарок. И это самые дешевые, которые были в магазине, как бы я не вижу смысла покупать дорогие ватные диски. Поэтому это все, девочки, что я приобрела за февраль месяц, не знаю, много или мало. Я думаю, что вам это мое видео понравилось. Если это так, оставляйте мне комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне пальчики вверх. Буду очень рада с вами пообщаться, попереписываться. И всем пока-пока!